Я сегодня был в непривычном для себя статусе представителя средств массовой информации. Что я могу сказать? Я сегодня посетил более 15 избирательных участков, в том числе в Новомосковске, избирательный округ. Что я заметил? Прежде всего, это культура поведения сотрудников правоохранительных органов. Надо отдать должное. Я очень отметил слаженную работу избирательных комиссий. То есть тоже надо им отдать должное. Везде стояли камеры, все было четко. Было очень много представителей партий. Ну, была замечена некоторая нервозность. Чем она создавалась? Я скажу, что некоторые кандидаты, чувствуя, что они смогли убедить избирателей проголосовать за них, уже заранее стали говорить о якобы существующих фальсификациях, о якобы существующих каруселях. Таким образом, думая о том, что они могут ввести в заблуждение общественность. Уже же всем давно известно, что ни карусели, ни какие-либо другие мошеннические действия прошлых периодов, они уже никак не могут повлиять на выборы и на количество избирателей, голосующих за того или иного кандидата. Все это делается лишь для того, чтобы оправдать свою несостоятельность. Все это делается лишь для того, чтобы создать условия для обжалования тех или иных результатов. На самом деле это было заметно, и избирательные комиссии чуть-чуть переживали за это, но я думаю, те голоса, которые были учтены, избиратели ни в коем случае не позволят их волеизъявление как-то пересмотреть. Я уверен, что эти выборы были самые чистые за весь последний период истории России. Я очень доволен тому, что я видел. Я надеюсь, что это будет примером, в том числе и для европейских стран, как надо проводить демократические выборы.